Поехали! Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в студии Music Academy. Сегодня у нас не совсем обычная репетиция, не совсем обычный сет. Мы готовимся к специальному выступлению в первом стендап-клубе в России, который находится в Москве на улице Новый Арбат. Сегодня у нас в гостях Кэт. Это музыкальный резидент клуба стендап номер 1. Соответственно, Кэт, расскажи нам про этот клуб, что там, в чем фишка, как все происходит, что ждет людей, которые туда придут. Ну да, неплохо. Стендап-клуб — это первый в России стендап-клуб, где люди выступают в жанре стендап. Это когда выходит один человек на сцену и разговаривает с публикой, рассказывает им свою точку зрения через свой уникальный фильтр. Это смешно в основном. Иногда бывает грустно, но в основном смешно. Всегда. У нас там каждый день разные мероприятия проходят. И вот мы с моим учителем, моим дзюдо... Не дзюдо, а... Моим мастером йода будем играть там, на большом отчетном концерте в пятницу. В какую? Пятницу. Мы потом это вырежем. И оставим это в пятницу. Не, мы это оставим. Все оставим. Снимаем один дубль, это правило. Новое правило. Окей. Я его только что придумал. Все, снимаем один дубль. Итак. Вот, это будет очень круто и весело. Точно весело, правда смешно. Это наши хэштеги. Картошку фри, сырный соус. Продолжай. Ладно, от слов к делу, погнали. Да, может быть, да, заряжай. Заряжай, да. Silence или что там, Humanize какой-нибудь трек? Humanize, может быть. Давай.